В Орле на базе училища Олимпийского резерва проходят ставшие уже традиционными всероссийские соревнования по легкой атлетике. И кто знает, может быть, прямо сейчас за моей спиной стартуют будущие олимпийские чемпионы. Спортсмены, представляющие нашу область, славу имеют по всей стране. И вот накануне областная столица провела ставший уже традиционным 10-й мемориал выдающихся легкоатлетов Орловщины. Данные соревнования стали традиционными, пользуются успехом не только у орловских спортсменов, но и, так сказать, в близлежащих регионах, таких как Тула, Брянск, особенно Курск. Спортсмены разных возрастных категорий соревновались, кто же окажется быстрее и ловчее. Много среди присутствующих спортсменов было и тех, кто приезжает в наш город и именно на эти соревнования не впервые. Соревнования отличные. Уже 4-й год подряд здесь выступаю. 2 года подряд последние выигрываю. Очень доволен. На этих соревнованиях большая часть выступающих боролась не только с конкурентами, но и с собой. И это принесло свои плоды, как, например, в случае с Марией Куриловой. Бегом сегодняшним я очень довольна. Начало сезона еще не разбеганное, так сказать. И первый старт 4:27 я по личному результату пробежала. Так как у меня личный был 4:32, 5 секунд скинула. То есть для начала сезона это очень здорово. Все спортсмены показали максимум своих возможностей. Кому-то не дала выиграть воля случая, кому-то напряжение. Но каждый сделал все возможное. Анастасия Гришина, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной».